Кух Humans, добро пожаловать в Cyberpunk 2077. Я немножко даже успел соскучиться по этой игре, так как не играл энное количество времени. Продолжается прохождение побочных заданий, их накидывается все больше и больше, и такое впечатление, что они никогда не закончатся. Давайте дадим старт с такого задания, как Дары космоса. Уровень угрозы низкий. Поговорить с бродягами. Каждый бродяга в этом городе мечтает однажды найти на свалке то, что изменит его жизнь. Чемодан, набитый деньгами, чип с корпоративными тайнами, имплант кусков за 20. Увы, тот, кто потерял такие сокровища, уже обязательно их ищет. И настроение у него так себе. Окажи жуликам услугу. Отбери у них этот чемоданчик, а то появится его хозяин и прольется кровь. Ну что же. Собственно, мы не так далеко находимся от этих, в кавычках, счастливчиков. И давайте попробуем до них добраться, узнать, что же они там такого отыскали. Заодно немножечко атлетику покачаем. Побегаем. Хотя нам она уже, по сути, особо не нужна. Но, тем не менее. Некоторые задания настолько короткие, что даже ролики по 10 минут как-то выкладывают не совсем корректно, что ли. А некоторые прям затягиваются по часу. Так, бездомный вижу. Вижу ориентир. Так. Тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Очень смешно. Нет, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Ну какие дерзкие, ребят. Ребятоны, да? Что в кейсе? Да я так мимо иду. Да я мимо иду. Нет, ты не идешь. Ты над душой стоишь. Может, перестанешь? Че у тебя с лицом, чувак? Что в кейсе? Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? В кейсе, в таком тонком? Чё-то я сомневаюсь. Откуда он у вас? Где взяли? Сразу ведь видно, что это имущество корпорации. А ты чё? Из бюро находок? Ну да. Не твое дело. Ну и отъебись. Ох, чувак. Ты прям вообще. Так, мы можем, в принципе, отобрать его силу. У нас позволительно это. Можем его купить. Разговор окончен. Знаете что? Надоели вы мне. А тебя никто и не держит. Так. Стопэ. Ну-ка. Ну чё, отберем все-таки или купим? Ладно, давайте купим. Я его у вас куплю. Сколько? Ты зачем его схватил? Дай подумать. 2000. Ладно, идет. Да ты его все равно не откроешь. Зачем? Мы посмотрим. Где вы его нашли? Отвечайте. Спрашиваю, где? Ну, там, на помойке. Вон там. Жош, какого хуя? Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Простите, господи, что это за херня? Бедному чуваку умереть не дают. Задание обновлено. Найти владельца кейса, осмотреть кейс дополнительно. Взломать. Ух ты. Так, 1С. И еще раз 1С. Охренительная комбинация. Я не хотел его убивать, я не понял вообще, почему так произошло. Так, вставить чип доступа в кейс, просмотреть файлы на компьютере. Открыть. Сезам, откройся. Да не говори. Примени. Файлы. Вам чип З. Выполняет трин... Чё? Происходит. Выполняет триангуляцию для определения координат вектора посадки и совершает запуск объекта 64F5B. Понятно. То есть это местоположение нам таким образом передали координаты. Чувак, прости, блин. Я не знаю, как так произошло. Так, сколько нам добираться? 1,8 километра. Где ближайший пункт перемещения? Господи. Киберпанк. Да, я еще такого не видел, конечно. Мертвый чувак вставал, потом опять падал. Коры.
Причем я даже не знаю, как это произошло. Что он делает? А то машину сесть пытается. Ой, извините. Эй, ты меня видишь? Да! Я тебя тоже вижу. Так, нам куда надо? А, у нас прямого пути нету. Ну ладно, хотя бы сюда. Ну я правда такого бреда давно не встречал, конечно же. Как бы разные вещи здесь происходили, машины с воздуха падали, из-под земли возникали. Так, груз доставлен. Место падения 325 метров. Мне кто-то звонит, Дакота Смит. Ви, у меня к тебе довольно необычное дело. Это что надо? Доставить тело Тревора Брасса по указанному адресу. Парень поймал пулю, когда отстреливался от духов. Да, что ж такое? Тревора хотят похоронить сына по-человечески. Буду благодарна, если ты им поможешь. Всю нужную информацию я отправила. Блин, вот вы всегда вовремя возникаете со своими просьбами. Я как бы не прочь помочь, но дайте мне разобраться с основным. Тип заказа спасения. Цель тела Тревора Брасса, международная трасса 101, описание. В Эльдекальде есть поговорка: тот, кто живет в сердцах близких, не умрет никогда. Тревор Брасс, может, и жил бы в сердцах, а если бы сидел себе спокойно вместо того, чтобы водить дела с духами, то был бы тупо жив. Короче, вчера мой человек заметил машину Тревора на базе духов. Дырявая была как решето, а духи пленных не берут. Близкие Тревора как раз принадлежат клану Альдекальда. Им не нужна месть, они хотят просто похоронить своего сына. Найти тело Тревора и верни его семье. Не, ну за Альдекальда, конечно. Базар ноль. Так, сколько у вас тут? А, придется пострелять, да? Так, ладно. Пока. Не, ребятки, вы мне ничего не сделаете. Быстро, быстро. Несем большие потери! Давай, такие большие потери, здесь не так и много на самом деле. О! Нормально, так урон заходит. Ну что, момент истины. Че, пошмонаем? Грязные ботинки. Не мучайся. Так, главное, чтобы не перегрузиться. Это самая моя основная всегда проблема. Кто это такие? А, Милитех? Лазутчик Милитех, да, точно. А мы же зря добиваем. Так, так. Штаны какие-то. Понушенные, грязные, нестиранные штаны. Так. Плащик-то у него зачетный. Так, открыть капсулу. Ладно, капсулу мы сейчас откроем. Где еще трупаки? Тебе не по... А, он тут... у трубы так уютненько разлеглись. Ну убери, продадим же. Ай, бог с тобой, не хочешь брать, не бери. А здесь что такое синенькое? Сапожки. И... Киберпанк. Ты мне сегодня не хочешь снарягу давать, да? Ну, бог с тобой. Ладно, открываем капсулу. Брончези, безымянный номер 18. Эпическая. Что это такое? Что за хрень? Ты... Ну как что? Брончези. А ты знаешь? 2021 год. Безымянный. Как у нас на дворе. 18. Холст масла. Картина, что ли? Да что с тобой говорить? Быдло ты не отесанный, да? А ты типа эксперт? О, выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. Джонни, Джонни. Да, давай ты просто смоешься нахрен. Как это попало на Луну? Ну что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно, что украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах и фантазиях. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю.
Все, задание выполнено, дары космоса. Прекрасно. Картиночку заложим, да? Где у нас? В снаряге там по-любому болтается. В рюкзаке. Или где она? Блин, куча этой еды уже. Я столько насобирал, уже девать некуда. И все таскаю с собой. Так, ладно. Давайте дальше. Бунраку. Что это такое? Перезвонить Джефферсону. Опять с Пиралисом какая-то хрень. Охота на охотника. И опять Ривер. То есть линия этих двух чуваков, полицейского и заказчика, продолжается. Масло в огонь. Встретил, знаете, что случилось. Похоже, Альдекальда совсем отчаялись. Ладно, давайте Бунраку. Перезвонить Джефферсону. Хорошо. Давайте перезвоним Джефферсону. Что ему надо от нас? Позвонить. Привет. Ты чего-то от меня хотел? Да, мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Окей, чего опять? Слушаю. Это не телефонный разговор. Приезжай к нам, я тебе все объясню. Ладно, скоро буду. Помогу, чем смогу. Скоро прилечу. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. Конечно. Не помню. Был-то один раз, чего я должен помнить. Бунраку. Так, мне теперь отсюда надо как-то выбраться. Звездохать-то мне нормально. О. Так, мне надо сюда. Что это такое? Последняя поездка Тревора. О, да ладно. Правда? Ну-ка, давай лучше сюда. Добраться до территории духа, тем более она рядом. Это я удачно просто мимо шел, получил заказ. Прекрасно. Заодно и тогда, может быть, до Пиралиса потом доберемся. Там что, по стелсу типа надо? Так, меня никто, надеюсь, не собьет. Шальная пуля или машина. Меня типа не видно. Чего? Че это было? Ну, волшебный мини подорвался, да? Да. Я на это так и подумал. Прикол. Вот это прикол. Так. Так, квартира Пиралисов подождет. Где эти? Да каких Пиралисов? Давайся к этому. Ну ладно, попытка номер два. Надо просто сохраниться перед тем, как попытаться туда войти. Да надо отхерачить их там, где-то по стелсу играть, господи. Мы же уже прокачаны по-нормальному. Так-то. Правда, там надо быть очень аккуратным. Равнина биотехники. Так, давайте. Сохраняем бо. Достаем штурмовуху. И начнем. Холокост. Так, что тебе? Давай мы тебя... Блин, 9 этих. Замыкание, перегрев, давай замыкание. Ты чё, тупой? Ты стоишь, лёп... Пока. Так. Да блин, отдача, конечно. Ну чё, прибежал-то? Да, чё-то с уроном как-то. Ну-ка. Кто тут ещё у нас? Попал ему в голову. Куда собрался? Он его еще и отравил, по-моему. Да, он травит ядом. Позиция опустела! Займите! Так, давай мы тебе самоубийство дадим.
Чё видали? Чудеса скриптов, ничего личного. Все что ли? Еще есть желающие повоевать? Я смотрю, что нет. Что здесь интересного? Ух ты, неплохо. 156 брони. Это что, тело, что ли? Тревор Брас. Чего? Баночка. Тело в трусах. Ну, значит... Дакота Смит. Ви, транспорт уже жди. Если хочешь поболтать, заезжай. А если не захочешь, все равно заезжай, посидим, помолчим. Я всегда рада тебя видеть. Ви, транспорт уже ждет. Прекрасно. Всякий мусор. Мухи, фу. Там натуральная параша. А, ты там еще живой есть, да? Прекрасно. Сейчас мы твою сосульку-то отстрелим. Так, там зелененькое что-то у нас. И синенькое даже есть. Блин, я опять перегружен, как меня это бесит, а? Давай-ка. Увеличивает запас. Ну что, у меня нету, что ли, этого? Черт, бесит. Так, создание. Нет, хрень. Мне срочно нужен бочонок силы. Где он? Не понял? Вот он. Увеличивает грузоподъем. Давай. Да нет, не 14, хотя бы парочку. Отлично. Рюкзачок. Ништяк. Теперь мы тащим огромное количество всякого добра. Здесь даже взломаться можем. Евробакса? Сколько всего здесь всякого добра, в кавычках? Евродоллара. Так, ну чё, попробуем ломануть. Так, Е9, 55, 55, 7А, Е9, 7А, 1С, ах ты, третьего уровня только получилось. Не умею я взламывать, ни хрена. От слова совсем. Ну давай, давай, давай. Ты так прям жаждешь, я смотрю. Где ты тут? Ты что, спит, что ли? Прикол, конечно. Ладно, пусть спит, что-то. Не по-человечески даже будет. Ты где тут? Это вообще какая-то помойка, ей-богу. Духи, духи, вот такие духи. Ну где ты там? Говорилка, ты где? Где он? Вот где он тут орёт? Ну? Опять где-нибудь застрял в земле. Ладно. Ну, как будто где-то на крыше. Дай хрен с ним, ладно. Нам главное же тело увезти. Вытащить тело Тревора. А твоей сосульки... До твоей сосульки мне нет никакого дела. Так. Что у нас тут? Машинка рядом. Тут я тогда подорвался, наверное, на чем-то, да? Да, он наверху на крыше там сидит.
трус вонючий. Ладно, грузи в багажник. Пора домой, Тревор. Поместить его, Тревора, в багажник. Бросить его. Заказ, последняя поездка. Кто звонит? Дакота. Теперь родители Тревора смогут его наконец похоронить по-человечески. Спасибо тебе большое, Ви. Да не за что. Тем более, когда вопрос касается Альдекальда. 5000